«Магнит» – одна из крупнейших розничных сетей по торговле продуктами питания в России. Она насчитывает более 19 тысяч торговых точек, в том числе магазины у дома, супермаркеты и магазины «Дрогери». «Магнит» представлен более чем в 3000 населенных пунктах страны. В штате компании трудятся около 300 тысяч человек. Для автоматизации учета движения денежных средств в торговой сети выбрана отечественная платформа 1С предприятия. На базе 1С создан центр управления кассами, который решает одну из главных задач – управление выручкой компании и контрольно-кассовой техникой. Система оперативно контролирует корректность отражения выручки тысяч магазинов. В едином центре отражается информация обо всех приходных и расходных денежных операциях каждой кассы, формируется сводная аналитическая отчетность, выполняется сверка данных по видам оплат. Ежедневно обрабатывается более 6 миллионов кассовых документов. В центре управления кассами на базе 1С предприятия организовано эффективное управление техникой. Обеспечена быстрая регистрация кассовых аппаратов и ввод их в эксплуатацию, а также своевременное обновление программного обеспечения. Простои контрольно-кассовой техники в магазинах сведены к минимуму, снижены затраты на ее обслуживание. Центр управления кассами на платформе 1С предприятия позволил компании «Магнит» унифицировать кассовые документы, быстро выявлять и устранять ошибки. Обеспечена защита данных от несанкционированного доступа. Оперативная информация о работе каждой кассы в каждом магазине сети помогает планировать поступление финансов на счет компании и оптимизировать денежные потоки. Автоматические сверки данных дают возможность с часовым интервалом отслеживать все операции с наличными средствами в торговых точках. 1С предприятие помогает «Магниту» оперативно совершенствовать контрольно-кассовую систему и помогает эффективно управлять бизнес-процессами по учету денежных средств в магазинах сети по всей стране.